Никольское – не самое богатое поселение нашего района. Тем приятнее наблюдать за тем, как хорошеют здесь дворы, появляются новые спортивные площадки и зоны отдыха. Первым стали благоустраивать столицу поселения Старый Городок. Практически на месте бывшего болота за 2 года сделан уютный парк. Объемы работ большие. Здесь песка одного подсыпали сантиметров на 60, потому что здесь низина и сырое место было. Дренаж обустроили. Сделали площадку детскую, сделали спортивную площадочку, вот футбол, волейбол, там можно играть, стритбол. В общем, все, что нужно для наших детишек, для наших ребятишек, чтобы они здесь отдыхали, и взрослые, и, кстати, вот тренажеры, которые есть, наши бабушки социального центра, они занимаются на этих тренажерах и, в принципе, подают пример, наверное, молодежи. Обустройство шло поэтапно. Сразу на все денег не хватало. Однако местной администрации удалось сделать и скейт-зону, и фонтан с подсветкой, провести значительный объем дорожно-ремонтных работ. К зиме фонтан законсервировали и подготовили к установке главной елки поселения. Благоустройство коснулось не только центральной части Старого Городка. Мы сейчас видим, здесь комплексно сделана дорога, парковки, посажены деревья и положены газоны. Там, где не положены, посеяна трава. То есть весной она взойдет и будет все зелено и красиво. Сделано в этом году 401 парковочное место в поселении, в Герцена, в Шарапово и здесь, в Старом Городке. Поэтому практически те места, где мы уже благоустроили, машины практически помещаются, вот эти парковочные карманы, и не нарушают ни газон, ни тротуары. Благоустроены и 4 выезда из поселка. Сегодня все они прикрыты видеонаблюдением. Камеры предполагается в будущем завязать на службу 112 и полицию. Работы еще очень и очень много. И здесь, на городке, потому что, да, центр мы как бы оформили, основные дороги оформили, но осталось благоустроить окраины. Окраины осталось благоустроить. У нас и Герцена, и Новый Городок, самый больной вопрос. Там работа непочатый край. В планах на 2016 год ремонт сразу 2 домов культуры и, насколько позволят средства, продолжение работ по благоустройству во всех населенных пунктах. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».